Всем здорово, с вами Вова, компания Electronic Россия, город Нижний Новгород. У нас прекрасная новость, долгожданное поступление. Electronic 2005 Dancebox 500. Это очень популярная акустическая система. Быстро разобрали, но и быстро подвезли. Вот такая крутая, сочная, дорогая упаковка. Два динамика по 12 дюймов, кто не знает, мощность 80 Вт. Есть два радиомикрофона и пульт в комплекте. Ну а что об этом говорить? Давайте вскроем и посмотрим ее, послушаем. Посмотрим размеры, взвесим. Вскроем, посмотрим, какой аккумулятор. Ну и, конечно, замерим шум. Друзья, ну что, я ее распаковал. Вот такая красивая подсветка. Подсветка, кстати, динамическая. В комплект поставки входит два радиомикрофона для караоке. Инструкция на русском языке. Шнур питания 220 вольт, шнур питания 12 вольт. Пульт дистанционного управления, кабель AUX. Ну и гарантийный талон. Высота акустической системы 80 сантиметров. Ширина 38 сантиметров. Глубина 33 сантиметра. Проверим радиомикрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Electronic — лучшая акустическая система. Хороший микрофон, никаких прерываний. Можно петь и проводить мероприятия. Ну и давайте, конечно, взвесим, посмотрим, сколько она весит. Итак, ставим колонку на весы. Вес акустической системы 17 килограмм 400 грамм. Друзья, ну что, мы узнали вес акустической системы 17 килограмм 400 грамм. А теперь я предлагаю ознакомиться с панелью управления. Так, на панели управления у нас расположена громкость акустической системы, экстра-бас усиление низов, микрофон эхо, басы высокие, громкость микрофона, гитарная громкость, приоритет микрофона, гитарный вход, микрофонный вход, FM-антенна, разряд, заряд, заряжено, индикатор батареи, microSD, USB, SD входа, дисплей, мод переключения режимов, запись, репит, переключение треков, плей-пауза, она же клавиша ТВС, две такие колонки можно соединить между собой без проводов. Пятиполосный эквалайзер, 12 вольт питания, AUX вход, двухканальный, питание 220 вольт, выключение колонки, выключение подсветки. Ниже отсек под аккумулятор и колесики для транспортировки. Снизу также располагается стакан под штатив. Ну а теперь давайте разберем, посмотрим, какой у нее стоит аккумулятор. Так, вот здесь у нас располагается сам аккумулятор. Вот такая проставка толстая, толщиной сам аккумулятор. Ну и сам аккумулятор. 7 ампер, 12 вольт. Но места много. Можно сюда поставить и 12-амперный аккумулятор. Ну и давайте, конечно, посмотрим динамики. Правда ли они тут 12 дюймов, 30 сантиметров? Снимаю металлическую защиту. Тут у нас стоит рассеиватель. Вот такой огромный динамик на тканевом подвесе. Второй я не буду снимать, потому что через решетку видно, что он абсолютно такой же, с таким же подвесом. Итак, смотрим, реально 30 сантиметров, 12 дюймов. Тут же и кодачик стоит для пульта дистанционного управления. Подсветка, твиттер. Здесь фазоинвертор и здесь фазоинвертор. Друзья, ну что, убедились, аккумулятор 7 ампер, 12 вольт, но можно поставить больше емкости, 12 ампер, 12 вольт, он с легкостью туда влезет. Сзади все управление, динамики огромные, 30 сантиметров. Твиттер есть, ставится на штатив. Вот так вот это все дело будет смотреться на штативе. Ну а теперь давайте заценим, как она звучит. Отключаю петличный микрофон.
Дрейка, колбасы и рок. Напишите обязательно в комментариях, что вам больше понравилось. А теперь предлагаю замерить шумомером. Друзья, ну что, шумомер готов, колонка готова. Шумомер настраиваю на максимальный показатель. Это от 80 до 130 дБ. Расстояние метр. Крестики. Шумомер стоит прямо напротив динамика, напротив колонки. Друзья, ну что, вот так вот круто она отзвучала. В пике показала 106 дБ. Это очень хороший показатель для акустической системы 80 Вт. Блину у нее действительно здоровые 30 сантиметров. Если хотите приобрести, пишите на номер телефона Viber WhatsApp. Скину вам промокод и проконсультирую. А также можете звонить по номеру телефона, который на щите. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. Пока-пока.